Всем привет, с вами Марсель. Сегодня у нас вторник, 16 августа. Отличный день для того, чтобы с утречка, попив стаканчик кофе, прийти на спортивную площадку. Вместо того, чтобы прийти работать на дядю за еду, я буду это повторять постоянно, чтобы это звучало провокационно. Чтобы меня видели работодатели всякие разные, на которых работают другие дяди и тети всю жизнь. Вот, товарищи работодатели, данное обращение к вам. Вы когда даете работу за 20, за 30 тысяч, вы задумывались когда-нибудь над таким вопросом? А все ли устраивает ваших сотрудников? Женщин, мужчин, кто-то, у кого-то дети, один, двое, трое. Товарищи работодатели, а когда вы прогибаетесь перед теми, кто вас прогибает и загибает вас, скажем так, раком вас загибает, да? И потом вы загибаете свой персонал, сокращаем часы, рабочее время. Вы их права обрезаете, правильно? Они приносят домой в свои семьи, эти люди, еще меньше денег. Они приносят с этой работы, работая на тебя, работая на тебя, они сокращают свои финансовые вливания в семью из-за таких, как ты, которые прогибаются перед теми, кто вас загибает. Ты сам понимаешь, о чем я говорю, товарищ работодатель. Неважно, кто ты, какую работу ты даешь. Неважно. Пусть даже ты директор какой-нибудь, там, федеральной сети какой-то крупный, да? Твои сотрудники не получают 300 тысяч рублей в месяц зарплату. Они получают ровно столько, чтобы хватало на еду, закрыть платеж по ипотеке и купить пару упаковок туалетной бумаги. Ну и на пару бич-пакетов, естественно, тоже, да, об этом тоже речь, чтобы хватало только на еду. Мое видеообращение к вам, работодатели. Перестаньте людей уже считать за быдло. Почему? Потому что совсем пройдет мало времени, и таких, как я, появится очень много. И у вас, работодатели, появятся конкретные проблемы со штатом сотрудников, потому что мы будем рассказывать, как можно в интернете, не ходя на работу, заработать столько, сколько ты, работодатель, за год не зарабатываешь. И для этого не надо ходить на работу с утра до вечера. Ходить, прогибаться под таких, как ты, под твою систему заработной платы. У меня обращение также к людям. К людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Все вы, например, ограничены в доходах. Ваши доходы не растут. Вы себя чувствуете каким-то загашенным, каким-то униженным и оскорбленным. Вы работаете годами на своих работах и все никак не можете выйти из кабалы, из финансовой. Вы набрали кредитов, вас долбят судебные приставы. Вы домой приносите кучу негатива. Вы не видите своих детей и родных. Вы ходите на вторую, на третью работу, потому что вам денег не хватает ни на что. Вы забываете о том, что пролетает ваша жизнь. Я хочу сказать, что пора что-то делать вам со своей собственной личной жизнью. Понимаете, иначе никто, кроме вас, ничего не сделает. Я обращаюсь к людям, которым все достало. Вы должны начать любить себя. Вы должны послать всех нахер, понимаете, и поменять свою жизнь. Так, как это сделал я. Я не хожу на работу и больше не собираюсь. Все, прозрел. Знаете, как классно? Вместо того, чтобы сейчас работать в каком-то пыльном магазине, в складе, продавать какую-то хрень в магазине, какую-то просрочку, еще что-то делать, да, выполнять какую-то работу, которая вам точно не нравится, и за это получать 20-30 тысяч рублей в месяц. Хочу сказать, что есть альтернатива. Можно находиться здесь, на спортивной площадке. Я не буду ее показывать, зачем вам это надо? Заниматься спортом, гулять, дышать свежим воздухом и зарабатывать в интернете, в телефоне, прямо сейчас. Пиши мне в личку в Телеграм. Пообщаемся.